Все. Джентльмены приветствуют нам историю. Вот наступает ночь. А он спросил, почему? А я сказала, что. Госпожа Черная Пантера. В городе ночь. Я и красное вино, теплый летний дождь. Я к тебе не еду, ну и ты меня не жди. Теплый летний дождь, красное вино. Я одна танцую, мне сегодня все равно. Платье цвета пальцев, и чуть полный кафе. Я танцую, ты смотри. О, как отдыхаю, буду твоей голой. Ты мой Сальвадор. Утро в городе недоброе, в городе мафии, игрок номер один, минута. Доброе утро, город. Значит, нравится мне эта очень песня, и почему-то мне пара Каменских и, как это, господи, Потап, да. Я просто подумала, насколько сближает вот совместное действие, да? Ну, это как бы не совсем удачный пример, потому что там у него была жена, но то такое. И просто вот сейчас я думаю, что вот мафия, насколько я сблизила меня с некоторыми людьми, я нашла себе здесь много друзей, и когда в воскресенье была здесь школа мафии, я сижу дома и думаю, о боже, а меня там нет, что же делать? То есть я собрала свои ресурсы и пришла на мафию, ну как бы на школу мафии, чем очень рада. Вот, но, допустим, против своих родных людей мне тяжело играть, и когда особенно за столом мой муж, это вообще тяжело. Выставьте меня, я переговорю, там уже что-то показывают в мою сторону, поэтому я бы и хотела у вас переговорить. Я выставлять вас не буду, считаю вас пока красным. Я уже боюсь говорить красным игроком. Поддержка вам, да, в этом нелегком деле играть против своего мужа. Я смелее прям него мочить руку и все. Пару раз уйдет со стола принципиально, и все будет у него нормально. И все сразу там сразу сдуются все эти. Да. Я тоже вот по прошлой игре корону там одел. Не, просто да, мне надо было скидку сделать седьмого игрока, что недавно играет, и тяжело было понять, что происходит за столом. И прощать девятому игроку непонятные, в смысле неправильные действия. 10 секунд. Нет, третий там, конечно, неплохо играл. Короче, я благодарен черным игрокам, что они не стреляли меня тогда в первую ночь. Я надеюсь, сейчас будете стрелять по динамике. И у вас время? 3. Доброе утро, город, красный игрок. Выставляю игрока номер один. Честно, мне не хватило вот от вас этого выставления, потому что всегда, я думаю, что первый игрок, если красный, она хочет донести свою позицию, и там нужно найти ее цвет. Поэтому это выставление не подозрение, а вот такой вот поезд. Правильно ли я поняла, что вот то, что вы думали про прошлую игру, это были ваши ночные мысли? Да? Просто вы как-то больше начали свою речь, продолжая речь первого игрока, и заставили меня этим больше задуматься. Вот, а потом вы как-то вот пошли рассказывать про прошлую игру, вот тут у меня какой-то момент. Смотрите, я все равно пока 1-2 поиграю, 2 менее, больше мне пока по речи 1 покраснее, 2 вот моменты, которые я озвучила, вот, да, первый решит, с кем переговорить. А я ночью тоже думала про прошлую игру, именно вот про вскрытие. И мне вот, я думала, что бы было, что бы я вот подумала, если бы второй игрок не вскрылась. Потому что вы так часто в нее скрываетесь, да, и будучи на черной. Как бы я... 4. Да, доброе...
Доброе утро. Игрок номер два. Это ничего страшного, то, что было в прошлой игре, это было уже в прошлой игре, и в любом случае все всегда понятно, в том плане, что ну, это же игра в первую очередь. А во-вторых, нету смысла там на что-то обижаться и так далее. Я понимаю, у меня очень мало опыта, и я не всегда понимаю, что происходит вообще. На той игре я действительно не услышала вскрытия второго игрока, который был шерифом. Но ладно, это было в прошлой игре, ничего страшного. Мне речь первого игрока понравилась, как минимум... Опять-таки, потому что это первое место, и там очень сложно сидеть. Но в любом случае, вот как-то мысль какая-то была, возникла, пролетела, вы высказались и так далее. Второй, третий, вот это тоже будет. Я не знаю, мне как всегда все нормально, а потом я сижу и начинаю уже думать, исходя из того, как считают другие. Когда ты слушаешь мнение других, у тебя уже тоже возникает в голове, а вот да, это действительно было, а вот да, там действительно... Доброе утро, город. Я проиграю 3-1-2, что насторожило немножко в два, то, что обычно выставляет первого игрока, а тут что-то вдруг не выставит, что-то вот. Но по речи я не нашел к чему придраться, хотя слушал внимательно. К первому игроку обращаюсь, вы там говорили, что я показываю что-то на своей речи, вы говорили, о совместные действия сближают, и я типа пошутил, но голосовать в одну руку я про это сказал. Также... Более красняющим для меня в речи игрока номер два то, что он боялся назвать слово красным, потому что когда еще играла музыка, там была про красное вино, и у меня такой, блин, нельзя же говорить красным. И так как мысли сошлись, тоже поэтому его нашел красным. Я думаю, тоже найдете красным, хорошо, что можно это наконец говорить, на контрасте, что если уже не нужно будет толкать какую-то дичь в стол, чтобы вести деструктив. Вот. Четвертую пока не нашел, потому что там слишком много отсылок к предыдущей игре. И у вас вре, мяу, 6. Доброе утро, красный игрок. Я вот уверенно сыграю в позиционную игру. Играю 5, 3, 2, 1. Вот так. Если расставлять акценты, мне первая речь понравилась. То, что она сказала, что выставите меня, я поговорю. Это по красному, то есть нормально. Потом четвертая как-то немножко поменялась. Прошлой игры, вот это меня насторожило. Я свою команду не возьму. Пятый взял 3, 2, 1, то есть мне это подходит. Третья, вроде, мне по нулю сложно понимать. Буду расставлять акценты. Смотрите, моя команда 1, 2, 3, 5. Самый красный у меня будет 1, потом 5, потом 2, потом 3. Вот как-то так. Дальше буду слушать и собирать дальше. Ас. Позиционной игры. Почему? 4. Ну, я не знаю, там вначале так начало немножко смутилось. Ну, 10 секунд. Не аргумент, но нет, не тройка, четверка. Тройка не смутилась. Все нормально. Я просто запнулась. Не надо палить. Вре, мя, 7. Доброе утро, город, мирный житель. Удивительная игра. Сижу, слушаю. Так, первый игрок хорошо. Второй игрок хорошо. Третий игрок немножко подозреваю. 4. Хорошо. Вы мафия когда-нибудь играли уже? Ни разу еще не играли? Ну, вы же, ну, видно, что сейчас же не мафия. Ну, разве кто-то заметил, что это мафия? Нет. Пятый игрок. Всех взяли. Причем вы так и сказали еще, в разный бой четвертого только не взяли. Но я только что сказал, ну, 4 не играла, а мафия ни разу, она сейчас не мафия. Ну, тут нечего обсуждать. 6 тоже берет всех, кроме 4. Ну, 4, ну, понятно. Что? Получается все? Игра закончена? Ну, я не знаю. Или я? Нет, ну я тут знаю, подождите. Стоп, стоп, стоп. И я такой, в смысле? Ну как-то не получается. Потом иду в обратную. Вы хорошо для меня, потому что вы взяли всех. Вы тоже хорошо взяли всех. Соответственно, 1, 2, 3. Вот там буду разбираться и буду разбираться здесь. Вот моя позиция. 1, 2, 3, кто-то мафия. 8, 9, 10, кто-то мафия. Не знаю кто. Меня можете пройти красным. Но... Мя. 8. Добрый день, любимый город. Я красный, наверное, житель. А я сейчас буду атакой для всех, наверное. Не хочу играть с игроками 1, 2, 3. Объясню, почему. У один очень хорошее настроение, прямо аж чересчур. Обращается ко второму игроку, говорит, выставь меня. Второй говорит, нет, выставлять не буду. Могут ли быть они двумя черными игроками? В моей голове, мол, не трогайте меня. У вас было время, вы говорили речь. Могут, но, честно говоря, для меня очень странно. Не выставление вас. Третий игрок отвечает за второго игрока. А правильно ли я вас понял? А правильно вы? Ну зачем? Вы понимаете так, как он говорит. Зачем из него вытягивать какие-то речи? Он вам все равно не ответит. А вы за него договариваете и мыслите. Я так и не поняла вас. Я играю с четвертым игроком. Пятый, соответственно, играет по позициям.
седьмого я не заподозревала. Смотрите, играю, наверное, с 4-7. И у вас время? Мя, 9. Полчипа. Так вы сами так часто играете, вы спрашиваете. Только поговорил перед вами человек, и сразу, так а ты играешь с ним? Так а ты играешь с ним? Ну, я просто свидетелем этого ни разу, ладно. Значит так, я играю с 1, я играю с 4, и дальше мне не подходит, ну, я играю сейчас пока с 8, я не играю с, я объясняю почему. 2, отсылка была с прошлой игры, и, ну, и вот это вот, и то, что вы не выставили 1, я согласна с 8, да. Да показывайте сколько хотите, вы мне сейчас мешаете сказать. Я хотела сказать по 6. Вы сначала сказали, прям сразу вы сказали, акцентированно, акцентированно, я играю 5, ты. Потом раз такие говорите, я играю с 1, тык. Совершенно другая позиция была, совершенно другая. Мне показалось, что номер 3 нервничает. У меня 10. Выставляю 2 по просьбе первого игрока. Принято. Смотрите, играю 1, 2, 4, 7. Значит, смотрите, номер 8. Второй говорит, первый выставлять не буду. Она им говорит, да выстави. А потом на переговорке, даже не на переговорке, он пятый просит, выставь 2, выставь меня, я поговорю с первой. 2 мафа, да, сидят? Нет, не так это. Поэтому, несмотря на то, что вы 4, 7, мне 1, 2 больше красные. Так, у нас 1, 2 на попиле в первого игрока, с 2 по 6 голосуют в 1. Так, дальше, четвертая не поменялась, действительно, это невозможно было не заметить, поэтому большой вопрос к игрокам 5 и 6, которые этого не нашли, не поняли. Ну и третья, в принципе, показывала, что в смысле, да, типа 4 покраснее будет, как бы, вот как-то так. Есть поэтому секунд. Из всего этого дела вы мне будете больше красная. А так, седьмой хорошо поговорил, у меня с ним сошлись позиции, он первый сказал, что четвертая не поменялась, поэтому... И у вас вот так вот. Время. Мы переходим в суд на голосование. Выставлены игроки. 1-2, 1-2. 1. Кто голосует за игрока номер 1? Спасибо. 5 рук. 5 рук второму игроку поставьте. Перестрелка 1-2, 1-30 секунд. Поиграла 1-2, 7-10. Не против 4, потому что вы ее называете красной. Но вот эта заминочка была такая. Ну, опять же, у нас с ней не такой большой наигрыш, чтобы понимать, насколько она меняется на игроке черном. Игрок номер 3. Мне не понравилось ваше изменение в настроении. То есть вы проснулись, разговаривали каким-то монотонным тоном в конце речи, вы так развеселились. Ваша позиция, игрок номер 5, какая-то странная. И у вас сырье. Мя. 2. Ну да, я хотел просто рассказать, о чем я думал ночью, вот и все. Я думал о том, что у меня 20 какая-то пятая карта красная, и я вот хочу уже поиграть, ну, во что-то черное в кого-то. Кадет, я прошу потише, наверное. И как-то так. Третья подозрительная. Подозреваю 3, 8, 10, 5, 6, ну, что-то такое наиграли. И у вас бре? Переходим к переголосованию между игроками 1, 2, 1, 2. 1. Кто голосует игрока номер 1? Спасибо. 5 рук. 5 рук второму игроку поднимается вопрос о том, чтобы оба игрока покинули стол туда. В городе наступает ночь. Убиенный игрок, игрок номер 2, просыпаетесь 20 секунд, лучший ход. Три, семь, восемь. 3-7-8 принято, все просыпаются, прощальная минута второго игрока. Ну смотрите, третья, да, действительно, я в прошлой игре ее подозревал, конечно, но как-то что-то вы больно уж расстроены.
ЧП, которая, да, тут искала что-то тройку в 1, 2, 3. Ну, где я считаю первую красную, уверенно. И, кстати, аргумент игрока номер 10 по поводу того, что, ну да, я говорю, выставь 2. Ну, это коммуникация двух черных игроков, поэтому зрительная восьмая. Что, есть какие-то вскрытия? И стреляю тебя. Ну да, отлично. 10 секунд. Нет, в мафии они же все аргументы, они такие двухсторонние. Всем, ну вы когда боитесь и играть в кого-то, ну вот это черный, поэтому... Провожаем игрока аплодисментами. 3 открывайте. Так, доброе утро, город. Ну, тут прозвучали у меня подозрения, ну, подозревайте, я знаю, меня всегда подозревают. Особенно мне сказали про мою речь интересно, ну ладно, все. По поводу четвертого игрока, смотрите, мне она очень, кстати, даже не поменялась. Вот вы, я не помню, кто сказал, что поменялась, простите, а, вы сказали, да? Ну, для меня это было, я сразу даже на вас так посмотрела, ну, однозначно нет, и я подхлопала, вот это заметила десятый игрок, ну, хорошую сказала речь, и я, ну, пока я не вижу, ну, может она вытащить? Может, пока не вижу. Пятый, шестой игрок, из-за этого вот вопрос по четвертому, то, что вы это не заметили, ну, сейчас буду к вам более аккуратно. Дальше, хотела играть 7, в принципе, мне речь понравилась, но ваша позиция, вы также со мной не сыграли. Но я вас пока считаю красным игроком. По поводу восьмой, я ее подозревала. Но нас сейчас вяжут в одну команду, как бы мои подозрения могут менее сейчас, ну, как бы чуть-чуть притупиться. Хотя и вы же меня подозревали, правильно? Мы с вами как бы так. Но сейчас нас как-то вот свежеубиенный объединил. Девятый игрок говорит о каких-то нервах. Ну, не знаю, госпожа Амальгама, в данном... Четыре. Доброе утро. Это была игрок номер один, это была просто запинка небольшая. То есть, это мне чего такого, я люблю выражаться, я затроила. Вот и все. Я просто уже устала, я хочу спать, и это человеческий фактор, такое может быть. И тем более у меня такое есть каждую игру, возможно, кто-то заметил. Не знаю, игрок номер три мне нравится, 8 тоже нравится. Считаю красным, не понимаю, почему так все некоторые налетели, скажем так. Кто черный? Это такой сложный вопрос. Ну не знаю, мне не очень нравится игрок номер 6. Почему? Ну мы как-то тоже поменялись. 10 секунд. По эмоционалу. Если мы можем по этому также судить, вот поэтому да. И у вас время 5. Поиграю на этот круг 1. 6, 9. А по поводу игрок номер 7. Вот я на предыдущей речи сказал, что я там перестал нести всякий бред в стол. И когда на вашей речи, когда вы заговорили, я понял, что что-то вы не то говорите. Вот, поэтому я вас заподозревал. По поводу игрока номер 4. То, что вы упрекнули меня. Выставляю игрока номер 7. Я постоянно забываю это делать. Для меня вы самый подозрительный сейчас по столу, тем более вы еще в лучшем ходе от первоубиенного. Именно, кстати, из-за лучшего хода пока не могу поиграть с 3, хотя особо ее не подозревал на предыдущий круг. Вы мне все говорите, что я не нашел четвертую красную. Я в прошлой игре я был черной картой, я не искал красных, я не смотрел, кто волнуется, кто не волнуется. То, что она там запнулась, было факт. Именно только поэтому я с ней не поиграл. Не считаю из-за этого игрока номер 10 черным. Пока подозрительный, максимально 7. У меня 6. Я продолжаю играть 1, 3, 5. Выставляю игрока номер 9. Сейчас пока. Ну, если я играю, не думайте, что я там что-то плохое хочу вам сказать. Смотрите, для меня красные игроки 1, 3, 5. Свой цвет я знаю. 7 подозрительных. Я его выставлю 5 игрок, я выставлю 9. Дальше буду смотреть. Ну, черных проверок нет, насколько я понимаю. Поэтому будем сейчас свободное голосование делать. 8 считаю красным. Опять же, только по эмоционалу. 4 вроде неплохо переговорила, но вначале она мне как-то поменялась. Я могу ошибаться, я не знаю. 3 ставим, ну, потом будем мне искать. Не знаю, мне 3 краснее, чем 4, вот так если. Кто черный? 4, 7, 9, возможно. Если 4 красные, как все ее нашли, потом надо будет разбираться в 8. 10 я считаю по эмоционалу красным больше. Нет. Сложно пока. Самый подозрительный 7-9 пока у меня. Время. 7. Доброе утро, город. Смотрите, игрок номер 5. Я всего лишь показал, что вы черный. Просто так. Это просто было. Просто так связано, что вы сказали, что я не хотел говорить дичь. И когда я начал говорить. Удивительно.
Я так не посчитал. Я иногда я могу самокритичным быть, я понимаю, иногда речь и дичь, иногда нет. Это не была дичь. Мне не понравилось. Я вас даже не буду выставлять, просто это я вам говорю игрокам красным. Об этом просто задумайтесь. Кто считает мою речь? Не хочу. Выставляю игрока номер 6 за то, что у нее 4, 7 и 9. Вот и все. Это антипозиция моя. Вот и все. За вам я бы сейчас сказал, да? Мне, во-первых, не понравилось, во-вторых, осудят другие. Я думаю, 9 для меня больше нейтральное, но 4 и свой цвет, я знаю. А 4 для меня красный, поэтому 6 для меня, которые называют из тройки двоих красных. Серый, может быть, это ее команда, ничего страшного. И 8 она так вскользь, что для меня 8 нет. Сейчас больше красный. Нет. 8. Так, не поняла, что я вскользь. Когда игрока номер 5, смотрите. Хочу отстать от 1-3 пока, потому что 1 неплохо переговорила, 3 сейчас тоже, в принципе, неплохо переговорила по всем. 4 я сказала, что это больше красный игрок, что подтвердил 7-й игрок. 5-й выставляет 7-го игрока, не нашел цвет 4-го. Так когда она в прошлом была черным игроком, вернее, вы были черным игроком в прошлой игре, вы не искали, а в предыдущей она была красным игроком, и вы были красным игроком, понимаете? У вас было... Вы что, две подряд игры были черными? Не помню уже первую игру. Подозрительные игроки 5-6, от слова совсем. Не подозреваю вот этих двух игроков, поэтому за то, что они атакуют для меня красных игроков, пока я буду атаковать их. Мне кажется, ну, вы понимаете, чтобы Амальгама со мной сыграла. Может, конечно, и заигрывает, подкупает, но, блин, это не в ее характере, Бред. Честно. Меня 9. Акта. Не в моем характере. И посему выставляю 5, выставляю 6, выставляю 3. Принято. Я даже на своей речи 3, я даже не успела сказать про нервы. И я вообще акцента не делала на нервы. Мне показал, я даже не успела, у меня минута заканчивалась, секунда. И я буквально, я говорю, вы, по-моему, не... Вот так я сказала. По-моему, этого, ну, мне кажется, даже никто не заметил и не услышал. Кроме вас, поэтому извините, что такого. Хоть вы, ну, мне показалось действительно, ну, не будем об этом, что вы расстроены, почему-то вы до этого говорите. Для меня по-прежнему 1 и 4 красная. Про 4 речь вообще у меня нет сомнений, что она красная речь. Пока нет сомнений. 10 так секунд. Вот, кто же третий? А, мне понравилось, как вы внимательно на меня смотрите так все время. Ну, то есть мне это, мне показалось, что, ну, в смысле... Время. 10. А я выставлю игрока номер 8. Смотрите, у меня все наоборот. На прошлый круг нет, 4 хорошо тоже поговорила, но вот сейчас как-то, ну все равно я вас считаю пока больше красным, но просто тогда вот я прицепилась как бы к 5-6, потому что вот они въехали в 4. А сейчас мне наоборот очень понравились речи 5-6, очень понравились речи 5-6. 3 показывает все время, что она считает 9 красным. Мне понравилось, как сейчас поступила 9, как бы она выставила 3, у меня есть небольшие подозрения. А 8 атакует 5-го, ну, в общем, не знаю, 7-й, в принципе, тоже, мне кажется, больше красный пока. Короче говоря, я буду голосовать 8-го игрока, я внимательно слушала вас и посчитала, что вы красный. Ну, потому что вы выставили 3, и как бы, в общем, 1-4 мне подходит, так что, ну, все хорошо. 10 секунд. Вот такие вот у меня мысли, так что... Будем слушать дальше. Сейчас еще вот есть первый игрок, который поговорит, мы же ее так особо еще не услышали. Время. Один. А что? Что? Смотрите, игрок номер 3. Я видела просто немножко другое. Что? Показывает, что 9 черные, что наш риф 9 черные. Очень-очень вовремя, очень вовремя. 5 красные. Фу, 5 красные это плохо. Уходит только 9. 5 красные это плохо. Я... Ладно, 3-4 почему-то так оправдывались передо мной. Выставляю 9. Упс. Вы выставили 3, хотя 3 называет вас красной. Ну, у меня просто 5, что, почему? Кто 8? 10 секунд. 8, ну, так в меня въехало с двух ног. А где у игрока номер 5, хотя он красный, где у него потерялся игрок номер 3 в его речи, я не понимаю. Я не вас знаю. Мы переходим в суд. Жестикуляция фаза суда запрещена. На голосование выставлены игроки 7-9, 6-5, 3-8, 7-9, 6-5, 3-8,
7. Кто голосует за игрока номер 7? Спасибо, нет рук. 9. Кто голосует за игрока номер 9? Спасибо, 4 руки. 6. Кто голосует за... 4, извините. 3, 4, 6, 7. Проголосовали. 6. Кто голосует за игрока номер 6? Спасибо, 3 голоса. 5. Кто голосует за игрока номер 5? Спасибо, 1 голос. 3. Кто голосует за игрока номер 8? Ой, фу, 3. Кто голосует... 3. Кто голосует за игрока номер 3? Спасибо, нет рук. 1 рука восьмому игроку. 9. Прощальная. А что с вами такое? Что, после речи 10-1 вы голосуете против меня? И вы тоже. Чего? Вы единственная черная проверка за столом. Кого голосовать? Чьи? Я? Ее? Так вас двое. Ее проверка? Рок номер 10. Верьте жестикуляцию. Вы сейчас увидите, кто она. Вы увидите, кто она, номер 6. Вот вы увидите просто. Ну вы чего? Ну ладно, 6 однозначно черная, как хотите, снимайте, не снимайте, слушайте, не слушайте меня, как хотите. Это 6 игрок однозначно черный. Мне не понравилось речь 10, я извините, я не знаю, мне после вашей речи что-то случилось, что такое? А, ну если и так, то да. Окей, окей. Ну не смейтесь, но я не заметила, но я же могу не заметить, это же не смешно, ребята. Звуки, ребят. Спасибо, Павел. Провожаем игрока аплодисментами. В городе наступает ночь. Один убитый, прощальная. Что у вас? Кто? 8 красная. А у вас тоже 8 красная, да? О, боже, вы своими вскрытиями сломали всю мою построенную речь за... Мне вообще показалось, что 7 скрывался вот туда, куда-то вдруг в ту сторону моргал. Так, у вас 5 красная. Под протокол 3. Принято, 3. Между шрифами разбирайтесь. Я просто, у меня 3 самая подозрительная. Она показывала всю дорогу. 6. Я не знаю, кто шериф. Ну, а я что, против? 10 секунд. Вы всю дорогу показывали, что 9 красных. Вы проголосовали в 9. Угу. И у вас время. Провожаем игрока аплодисментами. Этот круг открывает игрок номер 4. Ой. Ребят, записываем ошибки наблюдения. Так. Не знаю, вот на данный момент я, наверное, больше поверю в шерифство 10-го игрока. Мне крутится мысль, почему я хочу в это поверить, но я не могу ее сейчас сформулировать. Но, наверное, больше, да, по той причине, что я верю, что 8-й игрок красный, для меня с нулевого там еще круга было красным игроком. Игрок номер 6 ведет себя очень сомнительно, по факту. Почему? Ну, потому что вот сомнительно, у вас даже сейчас такая вот какая-то, я не знаю, там, жестикуляция или еще что-то. Игрок 7-8 опять-таки красный, и что? Кто черный? А вы для меня непонятные, вот если честно. Но если брать вот под сомнение, то вот 5-6, но выставлю я, наверное, 5. 5? 5 нет. Красных вы проверили. Время. 5. Я думаю, 4 все-таки красные в этой игре. Хорошо, что проверили 8, это позволит нам не убиться, потому что мы как-то что-то не зашла игра с самого нуля. Но мне очень подозрительным казалась их коммуникация 7. Вот. И они в то же время как-то друг друга игнорировали. И я не знаю, 7, как вы поясните вот этот ваш жест перед ночью? Вот что это было и почему отлетело один? Вот да, вот как у нас отлетело один?
Ну, для меня пока вы самый подозрительный за вот это вот. Я не могу от этого отделаться, выставляю снова 7. Ну почему? Ну а что это за показывает стрела на стол? Тем более в сторону 6. Еще раз. Кто 5, кто 6. Мне вскрылась 10-й игрок, но очень. Еще раз. У вас собственно перед третьим фолом ЧП. Почему я не вскрылся? Потому что это было на предыдущем круге, и оно очень мимолетно так, и я думал, это вскрытие или не вскрытие, а потом ловил взгляд. Время. 6. Это просто очень странно. Вы говорите, четвертый игрок, что для вас шериф 10, но при этом выставляете 5. 5 у нее проверенный красный. Я выставляю игрока номер 7, вот эта штучка меня тоже смутила. Пока аргументов нет. Я знаю, от этого теперь 5 у меня черный. Ну вы хорошо говорите. Сейчас, ну, почему, если 10-й точно черный, говорит, что 5 красный. Он может быть и красным, и черным, но скорее она всегда делает свою черную проверку красной. Выставляю 10, выставите, я выставила 10, да, 10, он выставил 7, короче, шерифы, давайте шерифы посидят, если вы так хотите, я готова, чтобы 10 ушел. Критика, баланс. Уходит, кто уходит? Шерифы сидят, значит, уходите вы, за вот это уходите вы, уходит точно 7, секунд. Спасибо, пас. 7. Если вы шериф, для вас объясняю, у вас кто голосовал, помните? Покажите, пожалуйста. Кто у вас голосовал только что? Помните? Я напомню. 9, 10, 1. Причина 9 голоса. Знаете почему? Она у вас черная. 10 это шериф. 1 почему она голосовала у вас? Что я вам показывал вот это? Это моя корявая проверка 1. Извините, я не научился 1 вот это делать. Но не научился. Я понял, что надо как-то так, что-то так. А вы не смеетесь. Ну ты стрелять научился. Поэтому... Конечно. Выставляю 6, но вот за эти слова это не шериф вообще. До этого я играл ваше шерифство. До этой секунды, честно. До этой секунды играл ваше шерифство. Сейчас я понимаю прекрасно, что для меня 9 уходило черное. И вы мне сейчас взорвали мозг. И вы меня вывели просто сейчас. Если вы шериф этого города, спасибо большое. Выставляю 6, голосую только 6. Это баланс. Если вы сейчас не понимаете, красное. Если вы не понимаете, мы здесь мы понимаем кого угодно. 4, 3, мы не угадываем, это все 3, 3. Восемь. Но я понимаю, что сейчас уходит 6, потому что у нас критика. Это во-первых. Во-вторых, мне непонятна ваша проверка 8. Ее понятна проверка 8, а вас? Я голосовала в ее красного проверенного игрока, поэтому она пошла меня проверять. Хотя я одной рукой тоже проверка 8, это плохая проверка. Вы должны были проверить хотя бы первого игрока, потому что она единственная, которая поставила в вас руку. Неизвестный игрок, потому что два игрока для вас. Это черное, по большому счету, скрывается мимо вас. Странно выставление 7, когда у вас есть только 10. Нет, вы сказали 7 выставляю, а потом 10. Как с вами играть? Я посижу, пусть посидят шерифы. Что значит посидят? Предыдущая игра. Вас не научила вообще ничего от слова совсем. Вот я очень хотела играть в ваши шерифы, несмотря на то, что 9 не подозреваю. Но 9 очень плохо уходило от слова совсем. Поэтому выставляю 6. А я вас спросила, вам скрылось 10? Вы говорите нет, нет, нет. Я думал, вы про 6 спрашиваете. Я на нее показал. Фол, авантюрист, 2 фола, это 2 выкрика, 10. Я-то ему вскрылась, я сама не поняла, понял ли он или нет, но до того, как она скинула 9, это он не вскрылся, думаю, его сильно не атакуют, все нормально, там одна максимум рука, две, поэтому, смотрите, кто красный, и неважно, в кого вы верите, в чье сейчас шерифство, у нас критика, нас учат на школе играть в баланс, ушла ее черная проверка, уходит она, потому что у нас критика, хорошо, что вы верите, но даже если не верите, мы играем в баланс. Сейчас пойду проверю третьего игрока, потому что она называла 9 красное через весь стол. Да, 9 сказала, что вы черная. Ну и что? Мне когда так делают? Да у меня он лакос бесконечный, а я все равно показываю 2 красные. Вот так сижу, вот так. Поэтому я пойду сейчас проверю вас. Я прям шла, я не иду за красными проверками. Я была уверена, что сейчас найду черную проверку. Есть все, вы красная? Отлично. Ее рука была там же. Я сейчас пойду проверю третью. Все, спасибо, пас. А, моя минута? Ну, как-то странно. Я спрашивала, считаете ли вы, смотрите, 6 начала показывать, что 9 черное, я подумала, что она шериф. Еще до ее вскрытия. Она все время показывала 9 черное. Поэтому я спрашивала, вы думаете, 9 черное? Это был вопрос. Ну, сейчас не об этом. Понятно, что сейчас уходит 6 в баланс. Это я понимаю. Вопрос теперь, какой она для нас уходит? И что мы будем делать дальше?
Смотрите, хорошо, что мы потеряем как минимум одного черного игрока. Дальше, если она черная, с кем она черная? С 9. А, 9 черная проверка. Со мной? Нет. Я дико извиняюсь. Ну, а... Ну, хорошо, вы красная. Что, седьмой танчит 6. Ну, я, извините, у меня красная карта. 10 секунд. Ладно, смотрите, хорошо, меня сейчас пойдут проверят, Танзеля, меня сейчас пойдут проверят, дадут мой цвет, вопрос решится. Все. Время. Мы переходим в суд, Мэри Бейкер, сейчас с неврячим. Мы переходим в суд, на голосование 5, 7, 10, 6. 7, 10. Третий фол Пандора, будьте осторожны. 5, 7, 10, 6, 5, 7, 10, 6, 5. Кто голосует за игрока номер 5? 7. Кто голосует за игрока номер 7? 10. Кто голосует за игрока номер 10? Спасибо, одна рука. 6 прощаний. Там, давайте я попробую свою версию, 7-й, 8-й игрок, объяснить, почему проверила вас. Ну, моя логика проверок, ну, я захотела. Она выставляла вас, понимаете? 8-й игрок, я к вам обращаюсь. 10-й выставляла вас, мне надо было понять ваш цвет. Ну, первую я всю игру считала красной. Поэтому я проверила вас. Я под протокол черный 10, дальше разбирайтесь между 7 и всеми остальными. Ну, 10 дает 5 красный, скорее он тогда черный. Теперь протокол 10, а остальных я не знаю. 7-й, 8-й игрок. Если вы, ну, 7-й, если вы красный игрок, вы подумайте, рассматривайте две версии, не рассматривайте только одну. После меня уходит только 10-й игрок. Я надеюсь, вы это понимаете. Спасибо, пас. В городе наступает ночь. Разве ты не сумеешь? Четыре черного, да? Я просто пыталась, значит, собрать команды. Тогда у вас команда 4-6 и 3-4-6, да? 3-4-6. 4-6. Я просто 4 вообще не подозревала. И 3. Так, 3-4-6 у вас. А вы можете в команде быть с пятым игроком. 3, да, 5-9-10. 5-9-10, потому что 4 у вас проверенная черная. 7 я не подозревала. 3 тоже. Под протокол 10? Принято. Может быть и не так, но я не успела. Даже время. Собраться не успела. Провожаем честно. Игрока аплодисментами. Этот круг открывает игрок номер 5. Ну какая команда 5-9-10, если я по нулю заподозревал 4, за это в меня жестко въехало 9. И с шестым игроком мы оказались подозрительными, и поэтому еще логично, почему полетела проверка, а скорее всего она хотела найти черную, потому что она, можно сказать, проатаковала меня в нуле. Вот. Выставляю игрока номер 4. Принято. Самое время, наверное, вспомнить завещание оставленное. По двум завещаниям также 3. Была максимально подозрительная. Ну, сейчас ходит 4, но и 3. Ну, 4, выставил 4. Так, а 10 если... секунд. То есть какие у нас команды? 3, 4, 6. А, кстати, на речи 6 она сказала, поищу черного между 7, и такая хотела сказать 3. Ну, время. Такая... 7. Доброе утро, город. Если не ошибаюсь, 9 голосовали я, 5 не голосовал, вы не голосовали в 9, да? В 9 мы не голосовали.
Вот, вы в 9 не голосовали, соответственно, здесь черная была проверка здесь, с 9, соответственно, вы точно в команде 10-5, и вы дали его и красная проверка, да, то есть, соответственно, может быть такая история, 3-4, может быть 6, да, хорошо, ну сейчас черная проверка, если 4 уходит, стреляется условно я, остается 1-2 критика, а какая критика, это получается 4, и если я стреляю, то 2 победят, то сейчас не находим мафию, все, проиграли. 10 секунд. Супер. Выставляю 4, выставляю 10. 10 принято. Ну все, буду слушать. Угу. Спасибо, пас. 10. Выставляю 4, смотрите, я спрашивала у 8-й, 3 не могла составить команды. У кого там 6, с кем команда? 6, 9, черные. Да она черная, я сказала, я показала 8, я считаю 3 черная точно. И поэтому я ее спросила, кого проверить, 4 или 7? Она молчит, ничего не говорит. Вы мне показались покраснее, вы только что говорили, пусть уходит 6. Ну, понятно, что это по балансу. Я крикнула, она и так будет уходить, там вы могли замазываться. Поэтому я думаю, ну, я вспомнила, что 4 голосовала в 9 тоже. В 9. Но если вдруг вы красный игрок, вы видите, я жива. Я сейчас пойду между вами последний мат. И проверю. Но если вы вдруг красная, ну, вдруг, а он черный, тогда играйте правильно. Я же говорю, ставила 4 руку, поэтому я пошла и проверила, потому что, как она там на ноль поговорила, ничего, потом я сказала, речь мне ее понравилась меньше. Вот оно все так и есть. И когда она писала в 9, 9 уходила почему красная. Ну, потому что они разыгрывают две версии, ну в смысле почему? Время. 3. Ну вы проиграете. Пол Мэри Бейк, игрок, смотри, ваша минута. Я сейчас обижусь. Не... Я сейчас крупно обижусь. Выставляю игрока номер 10. Сейчас должен уйти только 10 игрок. Потому что 9, 10, 5 это мафы. И я объясню, потому что госпожа Мэри Бэй, почему она дает 4-го черного. Вспомните прошлые ее игры на черной. Она дает черным самого слабого игрока. Ой, позорище. Да. И вот сейчас опять 4 черных. Вспомните, когда она сидела на 1. Сейчас должна уходить только 10. Все. Другого? Так потому что. Я красный игрок, вы красный игрок. Лучше пусть уйдет из их команды двое, их сейчас тут, и уйдет десятая. Если, ну, хотя, а не, ну она же красный, ее же дает черный. Если, ну даже в какой-то версии я ошиблась, но я не верю. Вы верите в черноту черного, фу, четвертого игрока? 10 секунд. Она, десятый игрок называла четвертый, ну проверка. Кто черный? 5, 9, 10. И у вас я же вам назвала это. Мя, 4. Доброе утро. Если честно, немножко в шоке, потому что... Фактически весь стол, и вы в том числе, всю игру считаете меня красным, в некотором моменте менее красным. Вы вскрываете шерифом, я вам начинаю верить. А в 9-го голосовали практически все, потому что, ну, по факту нужно было это сделать в этот, как его, баланс или что, кто черный. Я изначально сомневалась в игроке номер 5, и я его выставляла номер 5, но потом вскрывается 10-м шериф, я ему начинаю верить, и поэтому я не голосовала в 5, а проголосовала в 6, потому что она тоже ведет себя подозрительно. Возможно, это 5, 9, 10, возможно, это 6, 5, 10. Ну, то есть максимально непонятно, но... Угу. 10 секунд. Игроки 7-10, жестикуляция, да, с неговорящим. Да, игрока номер 10, мне кажется, Ментор, что... Ментор, третий, будьте осторожны, жестикуляция с неговорящим. И тем более, какая двойная игра, если, ну, время. Серьезно? Мя. Мы переходим в суд. На голосование выставлены игроки 4-10, 4-10. 4. Кто голосует за игрока номер 4? Спасибо, 2 голоса. Ставьте 3 голоса 10-му игроку, 10 прощальная. 10 прощальная говорит. Давала проверенной черной слабого игрока, я давала именно вас. Да, я даю только слабых игроков проверенными черными. Я шериф этого города. Чтобы игра победа черных, черная команда 3-4-6. Быстро я бью тебе уже оружие. Мне, пожалуйста, быстро все садимся, мы разбираем игру. Прикольно. Ряд ключевых ошибок красного города, который привел к проблеме. Я уехала, я уже вообще. Окей. Блин, ну завещание это новое. Она выставила тебя, она для тебя точно не шериф. Слушай, значит, шериф здесь. Для меня 5. Для меня не ты была мафия. Для меня 5 был мафия. Если почему? Бы я была команда, я не могу для тебя. Ребят, мы садимся. Послушай, обсуждаем. Четвертая играет в мою версию. Вот четвертая играет, я же тебе сейчас показываю, а я бы тебе 3 дала черную. Я четвертая понял, играет, но так ты не смотришь на меня. Я смотрю, я не понял, что ты показывала. 4-3, я не так, понял этого. Ребята, все садимся.
Смотрите, нулевой круг у вы вас... Вы будете всегда прыгать. Неплохой получается... сейчас обсудим... Я расскажу, потом вы скажете какие-то свои наблюдения, если они у вас были. Они у вас были? Не было у вас наблюдений. Окей, значит, будут мои наблюдения. Игрок номер один. Красная хорошая речь, рассказ про то, что она нас любит, про то, что скорее не черная, зря... Это не турнирная игра, скорее она будет говорить это по-красному, и второй, когда Рави не выставляет, берет ответственность за цвет первого игрока, это хорошо. Ну как, можно выставить для того, чтобы переслушать, потому что она может просто очень по-красному поговорить, но то, что нашел цвет, это хорошо. Третья поговорила размыто, поэтому то, что вы третью... Ну, она просто взяла один не против два, это не красная речь, там где заигрывали третьего игрока, было это подозрительно, у нее не было ни одной уникальной мысли. Это пока что не самое важное. Самое важное у авантюриста акценты 3-1-2, ты играешь 3-1-2. У четвертой речь, правильно, что проатаковал четвертую. Четвертая покраснила первую по странному аргументу, она сказала, первое сложно сидеть на первом номере. Это была речь четвертого игрока по поводу первого, это было ее краснение. Ты поиграл 3-1-2. Непонятное объяснение, почему 3-1-2, почему в таких акцентах, почему третья краснее, чем 1-2, если у первой очевидно краснее речь из 3-1-2. И третья она поиграла все-таки со вторым. Не могут быть такие акценты. Мне потом нравится Пандора. Я сейчас буду играть жестко, позиционно. Играю 5-3-2-1 и взрыв. А что, не позиционно? Пятый взял 3-2-1. Позиционно это 1-2-3-5. А 5-3-2-1, как будто бы ты в обратном акценте, что я самый красный пятый, наименее красная первая. И потом еще... Позиционность повышается, когда ты говоришь, 1-3. Играю в акцентах 1-5-2-3. Это не позиционно. Uh-huh. Позиционно это последнему, кого назвали красным. Uh-huh. Для 7 очевидно 4 красные. 7-8-9, 4 им очевидно красное. Все просто очевидно, 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 четвертая красная. Она не сказала ничего такого красного. Да, она умеет хорошо реагировать, она умеет правильно попадать в эмпатию стола, но красного пока что ничего не сделала. Восьмая. Переворачивает стол в 1-2-3. Нет ни одной причины перевернуть, уничтожить хорошие речи 1-2 и перевернуть атаку в 1-2-3. Нет ни одной причины. Все, я сказала. Они не... Слишком веселые. Этот не выстрел. Я не захотела с ними играть. А что я должна играть? Я не должна подстраиваться под стол. Ты мне это не нравится, мне не нравится третий игрок. Я сказала 4-7. Этого объяснять, да? Слишком веселая. Она человек, живой, имеет право быть веселой. Она обратилась к столу и сказала, я вас люблю. Слишком веселая. Она слишком веселая, и для меня это показалось это странно. Тут вы должны понимать, что вы интерпретируете свое ощущение. Она может быть для тебя слишком веселая, для себя веселой умеренно. У тебя не может быть прям переворота 1-2-3, где игроки... 4, 5, 6, 7, никто не сказал, что первая подозрительная. Все играют в той или иной версии 1-2. Она переговорила, да, ты играешь какую-то свою игру. Да, свою игру. Здесь момент, что ты не в своей игре. Своя игра это балахоны и стенды, это то, о чем я говорила. Там, где играют корабли за 300. Очевидно, что мяу это кот. Да. Очевидно, что мяу это кот. И вот здесь мы играем все-таки в игру коллективную, не только в свою. Игрок номер 9. Молодец. Смотрите, ваша речь не была понятна для большинства. Вам важно все-таки спасибо. Коммуницировать со столом. Цвета ваши в целом неплохие, но опять-таки заигрыш четвертого игрока, восьмая правильный цвет. Тут такой момент, что ошибка ключевого нулевого круга. Так, тин-тин-тин. Десятая поговорила, нормально. Так вот, ошибка нулевого круга. Вы все красные отказались от шерифства. Практически все. Седьмой проатаковал, типа он вылез на стол, он сказал, проверьте меня на красноту, ты отказался от шерифства, ты не шериф. Вы должны, когда вы красный игрок, не отказываться от шерифства, ваша речь не должна быть такой, что вы точно не шериф. Может быть шерифом первое, шериф второй точно не шериф, можете меня стрелять черные игроки, спасибо, что стреляли, это не шерифская речь. Пятый, скорее, не шериф. Что не стреляли, это не шерифская речь. Седьмой говорит, проверьте меня на красноту, ты не шериф. У шерифа нет мысли, что его будут проверять на красноту. А я как отказался? Не, мне было пока, мне показывали же. Ты не проверили. Отказался еще, ты еще не отказался. Восьмая, перевернула стол в 1-2. Твоя речь звучит так, при десятерых, проверьте меня на красноту, я не против, ты не шериф, все. Восьмая сказала, 1-2-3 заиграли все, не буду с вами играть, не годится. Игрок номер 9 начала переворачивать, атаковать второго игрока. У них начались контры. Не шериф. Все, ваш шериф между 5-10. Вам дальше 1-5-10. Первая поговорила очень по-красному. Можно ее застрелить в первую ночь по динамике. И подумать между 5-10. А застрелили второго. Стрелите первую. Смотри, ты проверила пятого.
А что проиграла пятую? Ну, я бы поговорила. Подозревала. Вообще помогло мне очень. Какие цвета хотела от пятого получить? Ну, он просто он первый типа въехал в четвертую, на ноль мне четвертая понравилась, а на девятке уже не понравилась. И, ну, хотела определить между 4 и 5. Окей, это валидно, но тогда надо атаковать 4, потому что ты при девятерых выставляешь 8, где 3, 4, 7, 9 называют восьмую красной. Да, она атакует твоего красного пятого, но есть 4 человека, которые знают ее цвет, у тебя нет атаки в нее непосредственно, потому что есть 4 человека, которые сказали, что она красная. Самая худшая она ошибка просто 1-2, это... подозревала, мне не понравилось, когда они друг друга там выставляют, ну типа по доброволочке. Да, только поэтому нужно... я и заподозревала. Только вот. Нужно понимать о том, что вы как будто бы садится на место этого человека. Если она черный игрок, ей не особый профит, то она не собирается вскрываться, по сути, потому что она переворачивает в 1, 2, 3. Ну, да, она просто рандомно голосует одной рукой в пятого, хотя проверка после ее слома в девятую, это точно. А, смотрите, третья, ее здесь нет, хотя тут очень много таких моментов интересных. А, так. Третья, она говорила, не на 2 в 2 точно. Хорошо. Ментор атакует пятого просто так, он говорит, я вас атакую, вас подозреваю, голосовать вас не буду. А Пандора атакует 4. Хотя четвертую, и третья атакует четвертую, и Пандора атакует четвертую. Вам уже создали ваши красные игроки, назвали четвертую самую красную. Вы ее не трогаете. Я же по нулю только атаковала. Ты ее при девятерых, не нравится, в смысле по нулю. А кто у тебя при девятерых команда? У тебя команда 4-7-9 при нуле, при девятерых. Ты атаковала ее при этом. У тебя есть люди, которые нормально, вот сиди там, не трогай четвертую. Она нормально сидит, она новичок. Угу. Хорошо, что вскрылась, потому что я думала, что вас просто разнесут на тряпочки, да. Когда ты никто не вскрывается. А нормально, что 9 черная? Да, это хорошая проверка под стол, она будет удобная. А потом 8 красная, нормальная проверка? Отвратительно. А кого ты точно черная после 8 красной. Кого проверять? Кого проверять? Один красный нормальный, если она в отстреле? Она выводит 8 красный. Я сказала, один красный нормальный? Отвратительная проверка 8. После того, как шестая проверяет 8, вы можете просто не слушать все, что она говорит. Я сейчас это объясню, почему. 8 красная у всех, не пойми за что. Я вообще в шоке, за что у вас 8 красная. Она играет... против третья. Третья называется становится в слабую позицию. Она не играет с тобой. Ты за что ее красной называешь? Тебе зачем ее красный цвет? Она голосовала со мной. Она тебя подозревает. Она ни одного твоего черного толком не дает поддержку. Тебе не нужны такие красные. Мне надо говорить. Проверка. Девятая проверка хорошая. А потом? Первая красная нормальная, да, это вообще идеально, красная, нет цветов. Она голосовала. Смотрите, круг при девятерых. Голосование. Кто куда голосовал? Я пыталась пить. Я 8. Сколько? Прекрасно. Вот это вообще 5-8, вы мои любимчики при девятерых. Я тут начал. У меня шрифт красная, резко поэтому... увеличился, да. Вот так. Из такого вот такой. 5-8 мои прям one love. Ну, не в 9 точно. Голосует в 9 кто? 3-4-6-7. В 9 игрока уже уходит 4 руки. Вы понимаете, что если раскидаются руки, то 9 уйдет точно. У вас есть ваше мнение, что вам нужно, прям очень нужно проголосовать друг друга в 5-8. У вас какая-то вот такая вот, это какие-то там, не знаю, игрища, вот какая-то своя интрига. Но вам важно понимать, что ушло 4 руки в 9-го. Если вы кинете куда-то руки в сторону, 9-я уйдет, у нее не будет опции переговорить, и вы не выясните, кто какого цвета. Куда ушло 3 руки от... кто проголосовал 6-ю? 1-9-10. Окей. Нет, ты проголосовала в 9-ю. 1-9-10 проголосовали в 6-ю. Почему ты не голосуешь с 10-й? Ку-ку. Проверенный ты мой. Почему ты голосуешь 8-ю? 8-я, ладно, попилит. Ей не нравится ни ты, ни 10, и 6-я не нравится. 10-я Нарича сказала, что она будет голосовать 8-ю. Я выстрелила ее, а голосую. Хронология событий какая? Что происходит после того, как 10-я говорит, что она будет голосовать 8-ю? Подзабыл. Ну, тормозил. Я так не говорила. Я происходит... ее выставила, происходит вскрытие. Естественно, да, там все переворачивается. Скрывается шестая внезапно, что она шериф с девятой проверенной черной. И у десятой же как-то меняется все, что она пытается голосовать в шестую. И девятая, которая проверенная черная, десятая, которая, ну, они версии. И первая, которая думает, что-то вы поздно вскрылись, и девятая проверка мне как-то не нравится. Буду голосовать. Я уже пыталась пилить. Я думала, четыре руки ушло, думаю, уже там буду смотреть, куда голосую. Вы должны думать, что вы должны попилить, чтобы узнать речи, чтобы люди переговорили. Пусть восьмая не будет пилить, она не скорее ни шесть, ни десять. Побоялся по шерифам проголосовать. Какой момент? Я думал, что надо еще передумать за шестую. А ты не, в этот момент ты не голосуешь по шерифам, потому что в этот момент четыре руки в девятую.
и три руки идет в шестую. Ты смотришь, вы смотрите, куда голосуете. А вы, игрок номер 9, ваша задача в этот момент крикнуть: «Я пилю с шестой». Чтобы игроки держали свои руки и не раскидывали эти руки. Итак, а 9 первая была выставлена? Я не понимаю, что это. 9 была первая? По первой руке 9? Да, у тебя ушло 4 руки. Да. Ты очень много, вероятно, уйдешь, если руки раскидаются. Ну, как это? В этот момент одна рука уходит в... И что я должна была крикнуть? Ты должна крикнуть восьмого игрока, твоя. Ты должна крикнуть: «Я пилю шестой». Например, естественно, ты уйдешь на этом голосовании, но у тебя будет опция переговорить и разбить команду 9-10. И у тебя будет опция объяснить, почему шестая не шериф. И если она плохо поговорит, а есть такая опция, что она не объяснит свои проверки, вы сможете передумать и снять шестую. Но отлично, вы, естественно, вы голосуете баланс, но попил, вот этот слом, он дает очень много информации. Во-первых, он дает информации, что все черные с позиции 10-го, скорее всего, 3, 4, 6, 7. И один скорее красный, потому что 5-8 был своим голосованием, ломаете автоматически и делаете, гарантируете уход 9-го игрока. Это нехорошо, вы должны попилить, особенно ты, потому что ты версии с 5-й. Саша, можно еще 2 секунды? А то, что со мной голосуют 7, 6, 3, 4, от этого 3, 4 точно черные или нет? 3, 4, 6, 7, в 9. Много, вероятно, много черных. Угу. И тут и не проверять. Точно 3, 4, 6, 7, много черных. 8, 8. Смотрите, с позиции 10 она 8, очень сильно готова... А потом решающие проверки, сюдашь. Так. Там понятно, черное. Вы невнимательно, вы говорите, вам не понравилась речь 10, вы ушли по черному. Вам надо внимательнее смотреть, что 10 скрывается с 5 красным, и разбивать команду 9-10. Обязательно разбивать команду 9-10. Любые аргументы. Что 10 хорошо сидит, я вскроюсь, меня все подозревают. Аргументы, что 6 никак не... Она выставила 9, но не обозначила это как-то в своей речи. Поздно вскрылась только что перед голосованием. Чего она как шериф решила вскрыться перед голосованием? Ее же никто не трогает особо. И нет настроения в нее голосовать. Чего она решает вскрыться? Вы должны это объяснить. И есть проверка от 10 в какой-то степени, 8. Но это скорее... Ну, конечно, если ты стреляешься, тебе нужно искать замазанного. 8 скорее не замазанная. Но это твое личное подозрение. Я понимаю, почему ты ее проверила. И у тебя, ну, может быть, такое, у тебя есть такое подозрение, потому что она сломала в 9. Но у тебя никогда в жизни не может быть 8 красной, потому что она сломала в твою проверенную черную 9. Она своим голосованием, своей рукой, которую она выбросила в сторону, она создала ситуацию, при которой 9 ушла. Угу, ты понимаешь? Да не совсем. Окей. Ушло 4 руки в 9 игрока. В 9 9 рук. Я поняла. В 9 игрока. В этот черный момент так не делает? Ну, она хочет своего черного игрока в девятке вывести своим голосованием. Она не хочет ее оставить с собой, хочет же она ее оставить. Я хотела, чтобы она проголосовала в 9. Если она голосует в 7, вообще должна голосовать в 9. Нет, черную проверку. Можете, так? Пожалуйста, поставить руки, убрать руки? Угу. Поставьте всех, кто голосовал при 9 рук за 9 игрока. Это я, да? И да. Ты. Там ушло 4 руки. Да. Сколько осталось, если у вас 9 рук? 5 рук. То есть она может не голосовать, а все остальные должны проголосовать 6-го, да? Кто голосует в игрока номер 6? Поставьте 1, 9, 10. 1, 9, 10 ставят руки. Угу. В этот момент 5-й, он должен понимать, что он, скорее всего, 10-я не будет выдать красным. Зачем ей он нужен красным? Она, скорее, даст черным, чтобы его снять. Он должен бы проголосовать с ними, в тебя. И тогда у вас делится по 4-4 голоса, и вы напопили. Но в этот момент восьмая, ну, пятый ломает изначально, и восьмая ломает. Восьмая своим голосованием одной рукой в пятого, она провоцирует так, что в тебя уходит 3 руки. И уйдет, смотри, если в тебя в девятую ушло 4, в тебя ушло 3, кто точно уйдет? 9-я. Обязательно уйдет 9-я. Угу. Восьмая сломала в 9-ю. У тебя нет проверки этой. Угу. И опять-таки, команду 5-10 невозможно рассмотреть. Пятый тоже сломал в 9-ю. Пятый в команде 5-9-10. Про слом 5-го и вот про слом 8-й, это для меня, ну, это сейчас, сложная математика. Это сложная математика. Понимаешь или нет? А можно узнать? Сейчас я понимаю. Вот. В моей голове 9 ушла черный, а 5 чернота, а 10 лично отыграл Дона. Вот я сижу... Вот. Ключевой аргумент голосования, что в команде 5-9-10... Пятый обязательно засейвит свою девятую, не проголосует одной рукой и уйдет в шесть. Он уже видит, что 4 руки ушло. Он проголосует
6 и будет провоцировать уход 6, а он своим он сломал 9. Ну, за такую математику я ну, не, это на потом, не умею быстро просто рассчитать. Понимать, нет защитной проверки в ноль пятого игрока, которого никто, в принципе, не атакует. Нет защитной проверки в ноль. Так, тебе нужна пятого. При семерых красная ну, проверка. Бред, ты говоришь о том, что ты собираешься... В смысле нет защитной проверки пятого? Ну, чтобы черная давала своего черного. Ну, своего черного красного. Так. Ну, просто так? Дальше. Ну, так тоже дается, да? Тоже? Ну, защитная проверка дается, если он прям вообще подозрительный для всего стола. И то, ну, скорее он не усидит. Тебе при семерых красная проверка. Если ты проверял, потому что пятый подозрительный. Я красная проверка. Ребятки, сейчас, секунду, я заканчиваю, мы сыграем еще одну. У тебя при семерых? Ну, восьмая красная. У тебя восьмая красная, пятая красная. Да. У тебя черная среди 3-4. Да, 3-4-7. Тебе нужна красная проверка, да, чтобы по остатку... Ну да, тебе да. надо проверить самого седьмого, красного. Да. И седьмого, тебе тогда 3-4-6 по остатку. Потому что, например, они подумают, да никто не будет играть версию шестого, а будем стрелять десятую. Ты проверила третью ну, да, черную, между 4-7 кто черный, непонятно. Да, 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 а так ты автоматически выиграла эту игру. Опять-таки, 3-4, ребят, вам, вы могли выиграть эту игру 3-3. Откуда? Расскажи мне, у тебя при девятерых, кто с тобой голосует? Кто из красных голосует с тобой при девятерых? Да ты говоришь. Давай последний. Куда? В 9? Да нет, да. В 9 из красных 7. С тобой? Почему ты атакуешь 7? Мы тебя отстрелим. Ну, ты что, спать не собираешь? А кого мне атаковать? 10 для меня точно черная. 9, 10 я атакую, собираю руки на 3-3. Тебя, ты, с тобой голосуют? При девятерых красная рука. Ты не можешь называть его черным подозрительным. Ты должен эту красную руку... Пятого черным давай. Да, мама, доел. Что я играю как пятый? Все. Сказал, типа, он ребят, показал сейчас... вот это, я за вот это уцепилась. Думаю, сейчас мой седьмой идет. Так. А как вы 8 застрелялись? Ты, я прослушала динамику. Как вы гонишь 8 стрелять? Ты не можешь проверять свою... это атаковать свою шестую. Ты должна играть версию, что шестая, шериф. Вы проиграли? Это все ее атакуют. Да не вы ее не атакуете, вы начали ее атаковать. Вы. Она мне отвечала. 8, да? Так, девочки, я сначала не поняла. И сейчас Дон выбирает себе команду. Ребята, давайте садимся по номерам, чтобы быстро сыграть. Ну правильно, что я же не сдавалась. Видишь, выиграю.